Короче, Гай, опиши свой идеальный концерт. Так, идеальный концерт. Стадион тысяч намного. Думали хором и ушли. Вит, ну а ты? Я по-другому, конечно, все это вижу. Он очень клевый чувак. Да сколько к Майку таких ходит? Виктор? Майк. Успеть хотели. Пойдем. Отличная песня. У меня альбом не идет. Ты про что поешь, Майк? Стоп. Вы все время хотите с моими песнями что-то сделать. Ты поешь вражеские песни. То, что у вас там происходит. Советский рок-музыкант должен искать в человеке светлое. Вы хотите с драм-машинкой выйти к ней? Это не рок-н-ролл, это диско какое-то. А что плохого в диске? Когда-то ты был бит, не могу. Их текстам с юмором надо относиться. Этот Витя, который бездельник, сказал, что за новой волной будущее. Бездельник теперь влияет на твои музыкальные предпочтения. Хочу поцеловать тебя. У нас просто детский школьный роман. Гуляем, за ручку держимся. Мик Джаггер бы вас не понял, Михаил Васильевич. Мика Джаггера нет, Наталья. Перестань нас бывать. Мне тяжело. Мне важно знать мнение Майка о моих песнях. Витю надо записывать, пока не поздно. Нет, стоп! Вот как начнут пионеры твои песни орать, вот там будет звук. Мне кажется, что это мой дом. Мне кажется, что это мой друг. Я не очень понимаю кайфа в стадионах, когда не видишь лиц тех, кому играешь.